31 сезон The Ultimate Fighter. Конор Макгрегор против Майкла Чендлера. Что может быть интереснее? Посмотреть ТАФ в русской озвучке от меня, голоса канала UFC Russia Владимира Антоненко, вы сможете эксклюзивно на Кинопоиске. Ссылка в описании. In comes officially 4 minutes 20 seconds, round number 2. Referee Mark Smith steps in, puts a halt to this fight for your winner by TKO, Sean Strickland! Я с победителем Шоном Стрикландом. Шон, поздравляю, приятель, это было сенсационное выступление. Старт для тебя, конечно, не очень задался, плюс тычок в глаз, но скажи, как для тебя прошел этот бой? У меня до сих пор в глазах двоится. В конце концов, у нас 5 раундов висели, ребят. И я останавливаться не собираюсь. Так что, если ты хочешь забрать первый раунд, побороться, попинать, как Питер Пен, пожалуйста, ведь впереди еще второй, третий, четвертый и пятый. Слушай, ты сильно рисковал сегодня. Ты вышел на бой с этим парнем, у него всего один бой в UFC. Ты рисковал позиции в рейтинге, но как ты говоришь, ты любишь биться, ты хочешь биться часто, зарабатывать деньги. И в итоге это было умным решением. Эй, да, конечно, мне платят UFC. Но если бы не фанаты, я бы не получал свой чек. И за этот бой мне заплатили очень хорошо. И все благодаря вам, ребят, так что спасибо. Это точно, без фанатов мы ничто. И слушай, ты занимаешь 7-ю строчку, ты бился с одними из лучших в мире, думаю, сегодня было одно из твоих лучших выступлений. Ты уже неоднократно говорил, что хочешь биться за титул. Но есть ли кто-то еще? Есть ли у тебя какое-то имя на примете? Я хочу титул. Я хочу титул. Хочу биться за титул. Дайте мне бой за титул. Хочу биться с первым и единственным чемпионом из Китая. Сделаем это. А что насчет тычка в глаз? Насколько он был серьезным в первом раунде? О, слушай, я чуть не забеременел после этого. Да, это было глубоко, ребят. Во мне даже проснулся внутренний трус. Внутри меня проснулся трус, который сказал, может, просто закончим это. Но потом я услышал, как вы, ребят, кричите. Я такой, я должен сделать это. Мы прорвемся. Что ж, поздравляем тебя с потрясающим выступлением, Шон. Это было здорово. Эй, пару моментов. Хочу посвятить эту победу Марии. Она моя одноклубница, она борется с раком, она в Мексике, она потрясающая. И, ребят, знаю, что я часто несу всякую дичь. Но я, мать его, люблю эту страну, я готов умереть за эту страну, готов убивать за эту страну. И все, что я говорю для этой страны. Я хочу вернуть моральные устои в этой стране. Я просто люблю эту страну, берегите ее. Леди и джентльмены, победитель Шон Стрикланд.